Второй день подряд в Набережных Челнах не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии диагноз был поставлен 833 челнинцам. В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 28 новых фактов заболевания, а общее число заразившихся составляет 6591. За это же время в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 4995 жителей страны. Общее количество заразившихся превышает миллион россиян.